Лучшим спектаклем 10-го международного театрального фестиваля у Троицы, по мнению жюри, стала постановка Истринского театра драмы «Чайка», режиссер Сергей Гук. Владислав Корченко, исполнявший роль Треплева, получил награду за лучшую мужскую роль. В номинации «Лучшая работа актрисы» отметили Наташу Галютину за спектакль «Сказ про Федота Стрельца». Мистическая драма «Ашина» Татарского государственного театра имени Тинчурина получила приз жюри за лучшую сценографию, а от зрителей – приз зрительских симпатий. За призами выходил Тимур Феоктистов. Актеру всего 3,5 года, он живет в Сергиевом Посаде, был введен в спектакль накануне показа, но отлично вжился в роль. И артисты из Татарстана, именно его попросили получить награды. Отметили зрители спектакль «Шинель» Пермского театра «Век жизни». Целый букет наград получил Сергиево-Посадский театральный ковчег в Дубраве. Была отмечена работа режиссера спектакля «Дядя Ваня» Александра Локтионова, и актерский ансамбль был назван лучшим. Индивидуальные призы получили Полина Бугакова за роль Сони и Павел Зверев за работу художника по свету в спектакле «Дядя Ваня». Касательно Сергиево-Посада, как хорошо, что в Сергиево-Посаде есть театральный ковчег. Какое замечательное название театра, и как театр держит марку, как он старается находиться на высоте требований к искусству. И очень рада, что это такой живой организм, что это театр, который не боится экспериментов, и, пожалуй, и время поменяем, и способ существования артистов, и они в этом убедительны. Фестиваль у Троицы растет и развивается. В этом году было подано 125 заявок. За 12 дней было сыграно более 20 спектаклей. Коллектив театрального ковчега в Дубраве проделал огромную организационную работу. Поддерживает фестиваль администрация Сергиево-Посадского городского округа. Первый заместитель главы Сергей Тостановский передал участникам слова признания от Дмитрия Акулова. Искренне передает вам всем поздравления с этим замечательным праздником, с этим фестивалем. Вклад в развитие культуры Московской области. Идейного вдохновителя фестиваля у Троицы и директора театрального ковчега в Дубраве Марины Игнатовой отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. 10-й международный театральный фестиваль у Троицы завершен, и уже началась подготовка к фестивалю 2025 года. Оксана Мирошникова, Антон Коврижных, ТВР-24.